Джимми, я просто скажу это. Я отпускаю тебя. Тебя просто уволили? Не-не-не, меня отпустили из-за обязательств, связанных со страховкой. Однорукий барбандит. Слышь, ты бы проявил чуточку уважения. Гоночный трек, Шарлотт. Я знаю, куда они перемещают бабосы. Единственный парень, хоть что-то знающий, как взрывать банковские хранилища, это Джо Бабах. Я... Да, пчусь на киче. У нас есть план, как отсюда тебя дернуть. Coca-Cola 600 — самое большое гоночное событие года. Нам нужен хакер и омега-шароварщик по компам. Окей? Знаю весь твиттер, вот и до. Добро пожаловать на Coca-Cola 600. Сколько отсюда ярдов до хранилища? Ну, не знаю, там 20 или 30. Так, точнее, так 20 или 30. Мы тут с наукой имеем дело, ё-моё. Они будут знать только то, что мы хотим, чтобы они знали. Моя преступная жизнь позади. Это эпически тупо! Тут ручной тормоз. Уверена, будет очень хорошо. Выглядишь галима. Мне нужны все материалы на Джимми Логана. И я сейчас буду переодеваться, так что не подглядывать. Я сказал не подглядывать! Вы, Логаны, походу мега тупые, как про вас базарят. Про нас так говорят? Будь любезен, передай, пожалуйста, мне мою руку. Вот это что ли?